знаю, что говорят обо мне. Что я безнадежно романтична. И что это было слабостью. Но я не слаба. Фильм создан из души, сердца и мечтаний Дженнифер Лопес. Я прошла нелегкий путь. Не у всех историй любви счастливый конец. Время вышло. Поговорим об этом на следующей неделе. А что вы здесь делаете? Мы решили, у тебя сексуальная зависимость. Что? Возможно. Третий раз, это прелестно. У этого парня нет шансов. Я плохо сплю в последнее время. И кажется, это навсегда. В детстве я жила в одной комнате со своей сестрой. Она спала так мирно. И мне даже подумать страшно было. Как вообще можно спать так безмятежно, когда сердце томится в тревоге? Похоже, тебе кажется, что они тебя не знают. Я сама не знаю себя. Тебе вечно всего мало! Ты врёшь! Я никогда не врал тебе, и это вечная критика. Я не твой кардебалет. Быть с тобой – это как дома. Но из дома я ушла. Новый интимный кинематографический и музыкальный опыт. И когда меня спрашивают, кем бы я хотела стать, когда вырасту, я всегда отвечаю – хочу влюбиться. Ты должна уважать приливы и отливы Вселенной.